история наших отношений и история вообще программы «Автосток» – это история бесконечной любви. Ну, пункт А, разумеется, к автомобилям. И пункт Б – это к зрителям. И кое-кто из зрителей задает мне, собственно говоря, вопрос. А откуда ты, Леша, имеешь такую возможность так быстро свое мнение сформировать в автомобиле? Ну, Господь меня этим обделил, и в людях я тоже очень быстро разбираюсь. Поэтому, ну, с отдельными товарищами просто не работаем. Но сегодня мы работаем с фирмой «Автопункт», официальным дилером не менее известной фирмы BMW. И сегодня мы выбрали перед Новым годом для себя, для пробы, автомобиль BMW первой серии. И вот теперь и я вам расскажу, что прежде чем как сесть в автомобиль, я немножко полазил, поизучал, поудивлялся в очередной раз информации и поделюсь ею с вами. Соответственно, что такое BMW первой серии? Ну, это мощный ответ всему сегменту, скажем так, небольших автомобилей, компактных. Вот BMW первой серии самый большой среди компактных автомобилей. Ну и не побоюсь этого слова, самый мощный, даже в базовой версии с двухлитровым двигателем, практически 150 лошадиных сил BMW на механике, да и на автомате делают ноги. И именно для этого, подчеркивая свой спортивный стиль, BMW выбрал вариант хэтчбэк, при этом с удлиненным капотным пространством. Потому что, извините, мощь находится именно под капотом. Мощь, кстати, в различной конфигурации, в различной комплектации двухлитровых двигателей от 150 до 180, практически 180 лошадиных сил. Есть и дизельный вариант. Дизеля от BMW меня тоже порадовали. Вот я катался в X5, так это что-то с чем-то. Соответственно, здесь дизель, он еще и экономичный. И при этом обладает аппетитами в городском цикле 6 литров, и это немного. При этом зная, как эта машина ездит. Ну и самый вкусный, самый продвинутый, самый чумовой вариант – это BMW версии с 3-литровым 6-цилиндровым рядным двигателем. И для него место, кстати, под капотом тоже есть. Что касается заднего классического заднего привода, ну, он, разумеется, подчеркивает все ваши драйверские амбиции. И я, ну, скажем так, с умилением смотрю на другие телевизионные передачи, где так вот восхваляют полный привод. А во всем остальном, ну, BMW и моя любовь с ней началась очень давно. Тогда еще журнал «За рулем» и четырехглазые автомобили мне всегда нравились. Потом я немножко узнал цену, чуть-чуть так поохладел, но потом прокатился и опять влюбился. Что касается, почему машина стоит, ну, скажем так, достаточно высоко для своего класса. Ну, разумеется, это электронная начинка. Разумеется, это система стабилизации здесь, которая уже в базе идет. Это 6 подушек безопасности. Это противозаносная, противобуксовочная система, которую, кстати, можно и отключить, нажав на кнопочку. И тогда ваше любимое чувство дрифта, и это тоже BMW. И все те, кто захотел приехать в фирму «Автопункт», что на Маржине 9, могут, ну, протестировать, приобрести себе автомобиль первой серии, и для кого он предназначен, и что вам необходимо знать, прежде чем вы приобретете этот автомобиль. Ну, компактный небольшой самолетик с пропеллером на капоте, он настолько безопасен, и вот именно поэтому, я это понял, посадка на заднем сиденье, она не тесная, она безопасная, потому что, ну, BMW по безопасности лидер в своем сегменте, и вот этот кокпит, который расположен внутри, то есть каркас безопасности, соответственно, он даже в самых экстремальных ситуациях и переворот в том числе предохраняет пассажиров своих любимых и ненаглядных, и прочностные характеристики сильно потрясают. Вы можете, в зависимости от комплектации, а BMW предлагает вам самые широкие варианты, начать, допустим, от 740 тысяч рублей. И это уже BMW. И закончить космолетом за 1 миллион, ну, 300 с небольшим. И, разумеется, для того, чтобы облегчить и удовлетворить желание владельцев BMW кататься на BMW, фирма «Автопункт» вместе с концерном BMW, вместе с Райффайзенбанком осуществляет систему кредитования. Вы вносите 15% от стоимости автомобиля и не заморачивайтесь таким чудным делом, как рисование себе справок по НДФЛ 2. Потому как 90% бизнесменов, ну, вынуждены в этом государстве, скажем так,
искать другие способы зарплаты, формирования фонда заработной платы. Что в завершении? В завершении. Да, компактность, да, стильность, да, драйверность, да, это BMW, который живет в автопункте на Маржане 9.